Ребята, гляньте на эту жесть. Их просто немерено, просто немерено, просто немерено. Ребята, гляньте на эту жесть. Жесть, 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 жесть. Просто немерено, просто немерено. Гляньте, гляньте, гляньте. Безжалостные барыги накручивают на своих товарах 100, 200, а то и 300%. Тем самым они обкрадывают вас! Канал Чайник покажет вам, где точно такие же товары можно заказать прямо из Китая по себестоимости. А еще автор записывает стендапы, хочет прославиться и в каждую распаковку вставляет свои авторские шутки. Обязательно переходите по ссылке в описании и подпишитесь. Кто тебя поймет, не вычислю, такое подрасскажу. Всем привет, с вами Тимон, и вы на канале веселых распаковок товаров из Китая, где кроме крутых посылок мы разыграем CSGO или лицензию премиум аккаунта Майнкрафта для моих подписчиков. Все условия в конце видео. Ребята, я реально рад, произошло событие, посылку, которую я так долго ждал, приехала. Посмотрите, какая она огромная, а еще она пипец тяжелая. И что же в ней? Кто не в курсе, о чем речь, поставьте на паузу, пожалуйста, это видео и перейдите по ссылке в описании или на экране. Слева жми на картинку, если с ПК, и справа жми на буквочку И, если смотришь с мобильного устройства. Так вы поймете, о чем речь. Больше месяца назад я заказывал 12 бочонков жидких лизунов, и ради прикола я ляпнул, что если вы соберете 5000 лайков, я куплю 4 блока лизунов и распакую 100 бочонков таких лизунов. Понятное дело, я был уверен, что этого не произойдет, но вот это видео, на нем 25 тысяч лайков, 820 тысяч просмотров, больше 4 тысяч комментариев, и я не мог проигнорировать такое событие. Я сломал свою копилку и заказал 100 бочонков этих лизунов. В принципе, я еще не решил, что я буду с ними делать. У меня есть просьба помочь с идеями, пишите ваши комментарии, те комменты, что наберут больше лайков и поддержки, я постараюсь выполнить их в видео. А сейчас я распакую для вас эту кучу лизунов, соберу их по цветам и немного поприкалываюсь. Погнали распаковывать! Ребята, гляньте на эту жесть. Их просто немерено, просто немерено, просто немерено. Ребята, гляньте на эту жесть. Жесть, 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 жесть. Просто немерено, просто немерено. Гляньте, гляньте, гляньте. Ребята, гляньте на эту жесть, их просто немерено. Это армия бочек жидких лизунов. Я даже их побаиваюсь, их много, а я один. Я закупил такие вот лоточки, давайте я их вылью в эти лотки по цветам. Да, это жесть. Столько лизунов у меня еще не было никогда. Что мне с ними делать? Давайте я буду выливать их на стол по цветам. Так, вот красненький. Этот очень крутой. Он такой большой и красный, как кровь. Или нет, мозги. Смотрите, мои руки погружаются в нем. Реально, когда лизун большой, это очень круто. Непередаваемое ощущение. Давайте теперь зеленый. Ух, огромная сопля. Смотрите, как он хлюпает. Теперь синий. О, давайте же я его надую. Thank you.
Если честно, я не хочу их смешивать, они такие красивые, а если их смешать, превратятся в бурду цвет непонятной раскраски. Поэтому жду ваших предложений в комментариях по издевательствам над этой огромной кучей жидких лизунов. Если поставите 10 тысяч лайков, я сделаю очень крутую штуку с этой кучей, пока сохраню интригу, чтобы конкуренты не украли идеи. Если честно, я доволен этой покупкой, я теперь властелин лизунов. Ссылочку на лизунов оставлю в описании. Ребята, ставьте лайки, давайте выведем это видео в топы, лизуны победят мир. Участвуйте, кстати, в конкурсе, все условия в описании. Я разыграю один CSGO или премиум аккаунта Майнкрафта. Расскажите друзьям про это видео, может, у них будет идея, как поиздеваться над лизунами. Подписывайтесь на канал и на мою группу, в которой результаты розыгрыша. И всем удачи, пока-пока!